Во Владивостоке прошел муниципальный этап военно-патриотической игры «Зорница-2.0. Победа». В ней приняли участие более 800 школьников трех возрастных категорий. В первый день ребята участвовали в викторине по истории, общевойсковой грамоте и оказании первой медицинской помощи. На следующий день ребята состязались в дисциплинах бег на 100 и 1000 метров, подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Последний день соревнований собрал весь спектр эмоций. Ребята изучили основы радиационной, химической и биологической защиты, а также прошли военизированную полосу препятствий. Команды, занявшие первые места в средней и старшей категориях, будут представлять Владивосток на региональном этапе в мае, победители которого поборются за выход в окружной полуфинал в Хабаровске. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.